Доброе утро. Вы смотрите новости на Катунь-24. С вами Анастасия Борисова. И вот главное к этому часу. Уже в марте 2021 года в российских школах появится новая должность – советник по воспитательной работе. Эти специалисты будут организовывать воспитательную работу, а также выстраивать взаимодействие образовательных организаций с общественными детскими организациями в рамках работы учебных заведений. Добавлю, новую должность введут в 10 пилотных регионах с 11 марта. Специалисты будут получать надбавку в размере 15 тысяч рублей. И продолжаем. Первый постоянный нерпинарий появился в Барнауле в преддверии Нового года. Это уникальное шоу, где жители и гости краевой столицы могут узнать, кто такие нерпы, и посмотреть, на что они способны. Подробности далее. Давай свою лапку, давай красивую лапку. Адель, не приставай к нам. Адель, тебе тоже достанется внимание. Сейчас. Жорик. Сейчас Адель, Жорик и Зевс живут в уютном стационарном бассейне, а могли быть добычей браконьеров за ценный мех. Этих байкальских нерп спасли, и теперь они на ПМЖ в первом барнаульском нерпинарии. Жорик самый активный, самый непоседа. Я думаю, он как в любой компании есть такой заводила, который всех толкает на какие-то приключения. У него это просто в крови. Поэтому работать с ними очень интересно, весело. Каждый день преподносят что-то новенькое, какие-то сюрпризы. И на работу ходишь с удовольствием. Байкальские нерпы – это один из пресноводных видов тюленя. До сих пор ученые не выяснили, как это животное попало в Байкал. За год взрослая нерпа съедает до 1 тонны рыбы. Но этих ребят любят побаловать. Жорик, Зевс и Адель получают лакомство во время выступлений. Нерпинарии вообще не развиты в России, а именно стационарные, где именно проходит какое-то изучение животных, ознакомление с ними. И, во-вторых, нерпы по России, как я уже повторюсь, не так развиты, и люди их не видят. Некоторые при звонках на нашу горячую линию говорят не нерпы, а совсем другие слова. В слове из 5 букв допускают 3 ошибки. То есть на нашем шоу они узнают, что это именно нерпа, что именно она выглядит вот так, она живет на Байкале, что она кушает. А еще на шоу нерпы танцуют, рисуют, играют в мяч, поют и многое другое. Посмотреть на выступление этих любознательных и умных животных можно в парке Орликино. Анастасия Борисова, Алексей Шаульский, новости. А теперь к новостям спорта. Спортивная школа по конькобежному спорту Клевчения получила новую ледоуборочную машину. Алтайские моржи поддержали акцию «Закаленная Россия. Сильная страна». Об этом и не только. Смотрите далее. Ледоуборочную машину привезли с конвейера завода-изготовителя в Пензе на этой неделе. Опробовать возможности техники в спортшколе планируют после ослабления морозов. Машина приобретена в основном на средства, дополнительно выделенные в этом году из краевого бюджета на спорт. Сумма покупки 5 миллионов 900 рублей. Из них 4 миллиона 400 тысяч рублей целевые, остальные деньги самой спортшколы. Таким образом, в парке спортивной школы Олимпийского резерва Клевчения теперь 3 ледоуборочника. Один в ближайшее время отправится в Рубцовское отделение, где будет готовить лед на стадионе местной спортшколы «Спарта», на которой тренируются конькобежцы. Там до сих пор нет такой техники, и лед заливается вручную. Общероссийская акция «Закаленная Россия. Сильная страна» прошла 26 декабря. Ее организаторами выступили Федерация зимнего плавания России. Акцию мог поддержать любой желающий. Для этого достаточно было окунуться в холодную воду или совершить зимнюю пробежку. В нашем регионе холодные ванны в этот день приняли представители Алтайской федерации спортивного зимнего плавания «Белуха» и Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Алтайского края «Белые медведи». Первые занимались в Барнауле на озере Пионерском, вторые — на пляже «Водный мир». Температура воздуха была 26 декабря от минус 30 до минус 35 градусов. Игорь Матаев, Дмитрий Дроздов, новости. Рекордные за последние 100 лет морозы зафиксировали в Алтайском крае. В Барнауле температура воздуха опускалась ниже 40 градусов. Показатели очень низкой температуры зафиксировали в минувшие выходные в Западной Сибири. Они оказались рекордными за последние 50-100 лет. Столбики термометров в некоторых регионах опускались до минус 49 градусов. Также добавлю, что в краевой столице был побит рекорд низкой температуры 1920 года. И на этом у меня все. С вами была Анастасия Борисова. Не переключайтесь.